Арсений – один из тех, кто, украшая Череповец, и готовит город к Новому году. 16-метровую искусственную елку на площади Металлургов он начал собирать сегодня. Мужчина готовит город к зимнему празднику не в первый раз, поэтому рука набита, признается Арсений. Вместе с помощниками он поставит елку за 3 дня. Вначале идет только сама конструкция, то есть это железо. Следующий день будет навешиваться хвоя, и на следующий день сами игрушки, гирлянды. Все будет прочно, надежно, безопасно. То есть с детьми можно приходить гулять. В основании искусственной ели лежат 4 бетонных плиты. Они не позволяют ветру свалить конструкцию. А вот на площади Революции стоит настоящее дерево. Здесь одна из 2 живых елей к этому Новому году. Муниципальное предприятие, которое привезло дерево в город, повесит на него 150 шаров диаметром 15 сантиметров. Ель привезли из лесничества под Череповцом. Параметры для выбора ели вообще большие. Во-первых, чтобы ее срубить и привезти в город, нужно подъезд техники. Также ель должна быть равномерно пушистая со всех сторон. Стараемся выбрать самую красивую ель, чтобы она радовала горожан и особенно детей, потому что детские впечатления – самые сильные впечатления в жизни у нас, которые происходят. Поэтому дети, приходя сюда, на площадь Революции, чтобы были в восторге, и им запомнилось это надолго. Живая новогодняя ель будет украшать Череповец до середины января. Кроме этого, на городских площадях поставят деревянные горки. Это сделают в ближайшие дни. Покататься на горках горожане смогут до конца февраля, но это еще не все приготовления к Новому году. Здесь уже начали украшения, развешивают праздничную бахрому, то есть в течение недели завершат. Это все-таки площадь, где традиционно проходят рождественские гуляния, появится традиционный светодиодный ангел. Также дополнительно будет украшаться площадь молодежи. Это основное место новогодних мероприятий в городе Череповце. Как и в прошлом году, появятся консоли. Их уже сегодня устанавливают. Светодиодные консоли в Череповце установили еще на День города. В Новый год они зажгутся снова. Заметим, искусственных елок будет 6. 16-метровые поставят на площади Металлургов, Химиков и молодежи. 12-метровые около Дворца строителей, КДЦ «Северный» и в Новых углах. Они будут радовать своим видом до 20 января. Кирилл Смирнов, Александр Беспалов. Новости.